Три площадки благоустроят в столице Камчатки по проекту «Тысяча дворов» в этом году. Средства выделены из федерального бюджета. Работа по улучшению облика городов и развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке ведется по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель данного проекта – это создание комфортных, благоустроенных пространств. Также важно сказать о том, что при реализации программных мероприятий «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке обязательно должны быть предусмотрены такие условия, как доступность для маломобильных граждан, создание пространств, актуальных для всех возрастных категорий, функциональность и безопасность установленного оборудования, формирование безбарьерной среды. В этом году будут благоустроены три площадки по улицам Автомобилистов, Шевченко и на проспекте 50 лет Октября. Жителями данных домов, тех собственников, тех многоквартирных домов, которые приняли участие в проекте, решения приняты на общих собраниях. На этих же общих собраниях обсуждены проекты благоустройства и собственниками принято решение о том, какие конкретно виды работ на каких площадках будут реализованы. Традиционно жители выбрали обустройство детских и спортивных площадок, но не только. Кроме того, освещение, в том числе с использованием осветительных приборов на солнечных батареях, установка скамеек, в том числе с навесами. Есть и очень интересные решения, которые будут реализованы в нынешнем году. Например, это обустройство парклета, это такая небольшая зона отдыха. Экотропа будет на одной территории, установка скамеек интересных, скамеек-клуб с озеленением. На одной из площадок будет установлена беседка. В настоящее время денежные средства подрядным организациям полностью перечислены. Работы ведутся на всех площадках. Все работы должны быть завершены к концу сентября. Напомним, проект «Тысяча дворов» реализуется в краевой столице с прошлого года. В 2022-м благоустроили 12 площадок, которые объединили территории 37 многоквартирных домов.